Эй. Hello. Джейк. Jake, what the что там, черт возьми, происходит? Мое почтение, господа. Oh, Джейк, Джейк, поговори со мной. Ползи, Джейк. Кто-то на испанском. Что происходит? Вы все правильно поняли. Это зеленый ад. Это Green Hell. Я решил продолжить. А почему бы и нет? Вступительный ролик — это то, как меня встретила игра. Это то, как меня встретила игра после загрузки. Я ничего не понял, но я так понимаю, что мы двигаемся за Мией. Мы двигаемся за Мией. И с нами что-то произошло. Алло? Мия! 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 Где мы? God damn it, this radio. Черт бы побрал эту рацию. Тихо, бля. Аккуратно. Энн. Журнал. Что случилось? Где Мия? Она позвонила мне из деревни индейцев. Что ее так напугало? Отчего я бежал? Факты. Сегодня 33-й, возможно, день экспедиции. Моя записная книжка промокла. У меня нет припасов. Как нет? А мачете? Все отняли. Придурок, ты что, все потерял? Мия не отвечает. Ясно. Крафт. Да, здесь много всего. Найти помощь. Поговорить, да. Hello? Эй, меня кто-нибудь слышит? Can anyone hear me? Крайне маловероятно, да? I had an accident. I don't know what happened. Происшествие. Я не знаю, что Please. Происходит. Help? Пожалуйста, помогите приемом. Over. Over. О, тукан. Мне не помогут. Fuck. Так. Давайте начнем с простого. Это тропики. В тропиках нужно вести себя максимально аккуратно. Что я знаю про эту игру? Чтобы нам ее проходить, да, нужно кое-что о ней знать. Нужно постоянно смотреть вниз и наверх. Потому что на полу нас может ожидать и опасность, и спасение. Пауки, змеи, скорпионы — это лишь малая часть того, что меня может здесь просто поджидать, понимаешь, внизу. Нужно быть аккуратней. Прежде всего, так как у нас ни хрена нет, давай найдем хоть что-то. Большой камень. Поднять. Не, давай не поднять, а как-то, значит, расширить. Добыть. Давай сделаем из него маленькие камни. Да, вот. И из этого тоже. Готово. Добываем маленькие камни себе. Из камней можно сделать... нож. Да, ведь можно? Да, можно. Каменный нож. Я не так-то плох. Каменный нож есть. У нас есть чем отбиваться. Все, круто. Бля, тихо, аккуратно. Ты что делаешь? Ты дурак, что ли? Давай еще камешков добыть. Так. Игра должна подсказать мне что-то, да? То есть я пока в порядке. То есть мои жизненные показатели в норме. Ну давай, чё проблема? Все. Нужно прислушиваться к природе. Это важно. Прислушиваться к тому, что происходит вокруг тебя. Потому что если не прислушиваться, можно завафлить. Палка. Берем палки. Грибы. Неизвестный гриб. Чтобы грибы стали известными, то есть чтобы я понимал, как действует тот или иной гриб на меня, я должен их есть. То есть пробовать на себе. Соответственно, пока не попробую, не узнаю, как он влияет. Может быть, лечит, а может быть, нет. Так. Ну, игра меня ведет явно по этим бревнам, да, туда-вперед. Я в целом не откажусь пока идти по этой ситуации. Мы все еще ищем Мию, которая с племенем там что-то, короче, зарамсилась, и, по всей видимости, у нее какие-то проблемы. А я драпанул за ней и потерял память. Ни хрена не помню, где я, что я, от кого бежал, тоже не знаю. Тихо, аккуратно. Мыши, сука, какие-то. Нужно смотреть еще и вниз. Банан. Хочу. Банан — это углеводы, это важно. Углеводы — это наша... О, я собрал полностью этот виточек бананов. Я понял. Аккуратно давай. Там кто-то шагает. Мне это не нравится. Чё это? Вот это что ли хрень? Кто это? Слушай, нет, стой. Это может быть опасно. Давай налево пойдем. Налево. На таких бревнах может лежать... Как это называется? Гнездо. Гнездо — это... Мухи? Помет животных взять.
Зачем взял помет животных? Нет. Опа, змея. Зацени, сидит, сучка. Это гремучая змея, у нее вон на хвосте эта хрень. А можно я возьму вот эти грибочки и просто уйду отсюда? Все-все-все, тихо-тихо-тихо, неизвестный гриб. Гремучие не нападают на людей просто так. Они не нападают на людей просто так. Гремучие змеи. Птичье гнездо. Схватить. Забрал. Так, ладно, туда, походу, не добраться мне, да? Там ничего нет. Давай наверх вот здесь пройдем. Смотри под ноги. Смотреть под ноги, это важно. Лиана. Лиана, это веревка. Это веревка, это стандартная веревка. Берем. Лиана собирать надо. Еще палка короткая. Так, в джунглях темнеет быстро, поэтому я думаю, что темнеть будет часов в 5, если не раньше. Давай-давай, лиана. Лиана, это хорошо. Внизу ничего нету? Нет. Крутая игра, просто пушечная, понимаешь? Так, это кто? Капибары, да? Краб. Может быть, я его... Вода грязная. Нет, мы не будем пить грязную воду. Я постараюсь найти для себя что-то получше, понимаешь? Капибар. Свинина какая-то. Какая-то свинина. Я думаю, что они... Я думаю, что для меня они пока безопасны. Да, они бегают здесь, прыгают. И в целом это безопасно для меня. А что происходит? Перестаньте. Что это такое? Неизвестный гриб. Взять. Ладно. Взяли. Лагерь! Лагерь! Они меня сюда животные привели, понимаешь? Опа, варан. А что это за лагерь такой? Осмотреть деревню племени. Длинная палка. Зачем я ее взял? Положи назад. Что это? Просто какие-то миски, да? Сушильня. Записная книжка новая, сушильня. Так, капибарщик, давай ты пока это. Палка, да? Палка. Бревно, бревно. Гамак. Палка. Змея? Костяной нож. Берем. Тихо, это либо варан, либо змея. Нет, это, походу, варан, который убегает отсюда постоянно. Палка, куча палок. Так. Да перестань, отстаньте. Ладно, они безопасны. Не переживаем пока на этот счет, да? Это что? Ритуальная чаша. Нужные предметы. Что за ритуал здесь? Малый огонь нужен, я понял. Потом. Тихо. Жаба, тушка. Мертвая жаба, уже кто-то ее приговорил здесь. Темнеет? Время сколько? Быстро смотрим. 15:45. Времени не так много, как мне хочется. Слушай, что мы можем сделать себе? Что? Обгоревший рюкзак. Я. It's a map. Карта. Or at least what's left of it. Или ее останки. Hmm. Так, лямбда 2. Не знаю, что это. Doesn't ring a bell. Лямбда 2 это вот здесь. Мы здесь. Удерживайте, чтобы приблизить карту. Мы, это мы, я правильно понимаю? Это 26, 46. Часы открой. 46, 26, да, это все верно. Мы здесь. Это вот это место. Слушай, идеальное место для того, чтобы здесь разбить лагерь. Я так считаю. Это идеальное место, чтобы здесь разбить лагерь. М? Как ты думаешь? А можно восстановить это как-то вот эти ветхие строения? То есть что-то сделать, наверное, нельзя, да? Бревна. Дождь? Будет дождь, по всей видимости. Что у нас есть? Малое укрытие. Не-не-не, мне каркас нужны. Вот, каркас. 4 бревна, 4 длинных палки, 4 веревки. Бамбуковый каркас. Нет, мне нужны бревенчатый. О, прикольно. А, над гамаком хочу поставить каркас. Он не ставит над гамаком. Блин, ладно. Давай здесь тогда. А есть тут смысл-то? Давай вот как-то так его, что ли, сделаем, я не знаю, то есть... Близко это должно быть. Вот здесь где-то. То есть вот, где я сплю, вот тут. Я же здесь усну, да, по факту-то? Вот здесь вот. Давай вот так вот поставим. Бревно. 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 Раз, два.
Отлично. Нужно еще два. Еще палки длинные нужны. А где ж мне их взять-то? Иди руби. Могу? Да. В целом рубится. Есть. Дерево, пацаны. Раз бревно, два бревно. Несем обратно. Кайф. Готово. У меня что, паразиты какие-то во мне поселились? Осмотреть себя. Нет. Нет, я в порядке. Нет, я в порядке. Наверное, сыпь, да? Наверное, это сыпь. Ладно. Или что-то подобное. Так, длинная палка. Раз. Сюда ее. Готово. Лист бананового дерева. Раной. Рана. Что тут прочитать нужно было что-то? Читать. Р. А, для религиозных ритуалов? Слушай, сколько всего. Так, это никуда не денется, да? Записная книжка. Подожди, стой. Темнеет. Я должен сделать себе укрытие. Это важно. Длинная палка. Возвращаемся. Хорошо. Это обычные палочки. Это обычные палочки. Так, костер. Это лиана, да? Да, это лианы валяются. Нет, нет места, нет места. Я понял, нет места. Каркас. Где костер? Н. Костер. Быстрее. Оп. Давай его в центре вот здесь вот, да? Над... Ну, типа, ну вот хотя бы, я не знаю, вот так как-то. Даже если не в центре, то вот здесь вот, чтобы он был под крышей, да? Малый огонь. Вставляем палочки. Короткие. Я понял, еще нужны короткие палки. Давай ударим пару раз по этой вот палке. Слушай, игра красивая, но она периодически фризит, и это странно выглядит просто. Все, уже темнеет. Мне кажется, ночью здесь вообще лучше... Не оставаться, блин. Палка. Давай. Назад. Палка, 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 палка. Есть. Требуется уголек. А, чтобы... Нужно сделать этот... крафт. Палку сюда. И маленькую палку. Ручная дрель. Это мы уже знаем. Есть. Ручная дрель. Давай-ка... Как это использовать, да? Так, вот он садится, да, вот он садится. Тихо, не ругайся. Есть. Поджечь. Все, у нас есть огонь. Ну, это уже попроще, полегче. Так, полегче это не значит, что все хорошо, понимаешь? Могу ли я сделать себе какой-то топор, типа, из палки или там... Ручная дрель, это уже у нас есть. Например, там палка и камень. Каменный топор, я видел, там есть такая тема. Каменный топор. Есть. Троечка, да? Отлично. Соответственно, мне нужны какие-то маленькие бревнышки. Я ничего уже не вижу, абсолютно. Палка. Лиана. Лиана. Лианами нужно вот здесь вот перевязать будет сейчас что-то, да? Рано, да, здесь еще перевязывать что-то, походу. Нам нужны длинные палки. Где длинные палки, да... Сука. Хоть бы это была не змея, понимаешь? Так, вот. Я подошел к дереву. Раз, два, три. Давай, руби, 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 руби его, блядь. Руби, суку. Устал уже. Пиздец, устал. Ну, пожалуйста. Отдохнуть надо. Уже спать ложиться нужно. Есть. Бревно. Так, бревно на палке нужно разрубить. Длинная палка. Длинная палка. Возвращаемся в лагерь быстро. Темнеет. Палка. Палка. Веревка. Где тут веревка? Веревка. Веревка. Каркас создано. Так, у нас есть каркас и пламя. А что мы можем приготовить в пламени? У нас есть еда какая-то. Бананы есть. Съесть. Еще съесть банан. Как дела? Ну, в целом нормально. Мне белки начинают уходить и вода. Слушай, игра должна быть натура... Лист бананового дерева. Сука, здесь это... Блин, вообще жесть. Какая же жесть. Ты посмотри на это темнотище. Так, ладно.
Не паниковать. Смотрим. Малое укрытие. Бамбуковое укрытие. Деревянное, древное. Нет, нет, нет. Мне крыша нужна. Хижина бамбуковая. Крыша из листьев бананового дерева. Вот она. Как ее положить наверх? А, вот. Есть. 16 листьев. Один уже здесь есть. Здесь были еще вот тут вот лежали где-то. Где-то здесь лежали еще листья. Вот они. Раз, два. Два всего. Два листа взял. Два листа. Есть. Блин. Либо спать идти, либо все-таки вот здесь вот в темноте, но что-то рубить, понимаешь? Плохая, конечно, идея. Очень плохая. Листья, 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 листья. Быстрее. Лист бананового дерева. Домой, в лагерь, в лагерь, в лагерь. Сколько еще? 9 на 16. Давай еще одно дерево срубим. Вот здесь вот где-то поблизости, да? Близкое. Вот оно. Нет, ближе подойди. Еще ближе. Ага. Устал. Устал, устал, устал. Все, отдохни. Отдохни. Я правильно же делал? Да-да-да, все. Просто нужно побольше бить. Побольше бьешь, и все у тебя... Тихо, блядь, ну что это там ползает? Ага, отлично. Домой, 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 тащим. Еще один лист. Сука, одного листа не хватило, прикинь. Валяешься здесь? Лист бананового дерева, да, валяется. Сухой лист, сухой лист. Сухой лист нам нужен. Для растопки сухие листья нужны. Оп, крыша из листьев бананового дерева. Все, у нас есть прямо укрыть, сохранить игру. Оп, история, джунгли зовут. Да. Сейф, отлично. Сухие листья были вот здесь, вот я хочу взять их. Взять. А, это лист бананового дерева. Нет, кинуть. Сухие листья. Схватить, взять. Сухой лист. Оп. Сухой лист. Все, это растопка. Это растопка, она важна. Так, соответственно, я хочу здесь поддержать хоть как-то костер. Можно ли мне это сделать? Палкой вот так вот раз. Могу, да. Но нужно много палок. Одной палкой ты это... Что это такое светится? Грибочки. Неизвестный гриб. Длинная палка. Неизвестный гриб. А длинная палка, кстати, вопрос. Длинная палка. Положим ее сюда. Значит... Где-то тут есть у меня журнал. Вот он. Идеи. Топоры и копья. Значит, увеличивает урон, снижает потребление выносливости, улучшает метание. Вот я могу ли я сделать копье? То есть из длинной палки и вот наконечник нужен, типа камень. Вот нож, камень. То есть, соответственно, мне нужна длинная палка. Вот это вот. Крафт. Длинную палку сюда. И нож. Вот этот вот. И чем перевязать, да? Лоза нужна. Вот, давай, вот так. Каменное копье. Ха. Это слишком легко. Есть, у нас теперь есть каменное копье. Отлично. Как оно выглядит? Блин, нормально тыкает прям. У меня паразиты какие-то поселились, или что со мной не так? Почему у меня нарисованы какие-то паразиты вон слева? Надо осмотреть себя, походу, да? Неизвестный гриб, слушай-ка, смотри. Чтобы они стали известными, нужно их съесть. Красный гриб я ем сейчас, да? Я паразита схватил какого-то. Разложение. А не паразитов? Еще вот есть желтенький такой же неизвестный. Съесть. Две энергии дает и 5 углеводов. А, и плюс паразит. Грязные руки. Я понял. Грязные руки, твою мать. А как их мыть? Грязные руки. Это вот здесь вот? Расширить. Помыться. Это важно, все, понял. Нужно мыться. Это, улитку взяли? Улитку. Нужно мыться. Грязные руки. Ладно, паразиты это не страшно, да ведь? Наверное. Минус один паразит. А, все-таки лечит все-таки красный гриб. Да, лечит. Неизвестный гриб, 5 углеводов. Минус один паразит. А вот это что такое? Вот я навожусь, вот это. Оно мне не показывает, да? Расширить. Могу я приготовить их? Нет, не могу. Уничтожить, съесть. Улитку могу приготовить? Да, готовится. А банан?
Нет, банан не жарится, ладно. Это что за гриб? Разложение. 5 углеводов дает этот гриб. Неизвестный. Да, просто, это просто углеводы. Ясно. А улитка что дает? Сырая. Нет, сырую есть я не буду. У нас мало энергии. Сколько время? 23:04. Нужно будет спать часов до 6 до 7. Сейчас я ампулярию возьму, вот эту ампулярию. Приготовленную. А, и прочитать текст нужно. Прочесть. Это важно. Так, у нас есть укрытие, у нас есть костер, у нас есть немножко еды, бананы, у нас есть понимание игры, у нас есть, сука, копье, бля, которым мы можем вшатать кому-нибудь, понимаешь? Мне не страшно, я здесь, я нормально обосновался. Давай. Берем ее, берем. Взять. Так. Прочесть текст, вот он, читать. Значит, для религиозных ритуалов, церемоний, пления ябахака необходим галлюциногенный напиток под названием айауаска. На языке кичуа значит «лиана духов». Этот отвар лианы – бонистериопис, содержащий хармин и гермалин. Эти вещества сами по себе обладают галлюциногенными свойствами, но для того, чтобы раскрыть весь потенциал айауаски, добавляются и другие ингредиенты. Лиана, известная столь же сильными галлюциногенным действием, листья растения фистория и некоторые другие растения, характерные для Южной Америки. Какого-то одного определенного рецепта напитка не существует, и ингредиенты и их пропорции определяются каждым шаманом индивидуально. По этой же причине эффекты от напитка могут значительно различаться. Значит, основным элементом является лоза. Сперва ее надо очистить и размягчить. Котелок с водой. На приготовление напитка обычно уходит весь день, а церемония, в ходе которой он употребляется, длится всю ночь. А я у вас следует принимать только в присутствии шамана, который служит также проводником. Эффект от психоактивных субстанций обычно длится несколько часов. В это время участники церемонии испытывают духовное откровение. Невероятные видения открывают им цель и истинную природу мироздания, а также смысл их жизни. Многие из тех, кто принимал айауаску, говорят, что они испытывали полную трансформацию и намерены использовать обретенное тайное знание, чтобы стать новыми, лучшими, чем раньше людьми. У нескольких людей отмечалась плохая реакция на психоделики, они страдали от кошмаров и даже адских видений. Для большинства же ее употребление – способ ощутить глубокое религиозное чувство и стать ближе к тайнам природы. Рвота и диарея – важные составляющие церемонии. Вызванные употребления… Так, подожди. Шаман также может ввести участников ритуала в транс, который позволяет им связаться с духами предков и волшебными существами, дающими советы и играющие роль духовных наставников. Иногда напиток дает возможность заглянуть в будущее или в коллективную память всего племени и даже человечества. Некоторые люди таким образом обретают воспоминания о своем прошлом. О, это же тема, чтобы мне вспомнить, что со мной произошло, да? Ну-ка, блядь. Найти помощь. Изготовить и выпить айауаску, чтобы восстановить память. Вот. Осмотреть точку лямбда. Найти помощь. Где все? Нет следов ни местных, ни мии. Обгоревший рюкзак, книга записей и карты. Чьи они? Факты. Ладно. Пошли спать. Энергии мало. Давай. До 5-6 часов где-то точно нужно спать. 5-6. 6:30. Ну вот 6:30 в целом цветает. Нужно понимать это, нужно запомнить, что в 6:30 цветает. У меня нет, кстати, дров, да, нет, чтобы подложить. Да, у меня дров нет. Чтобы подложить сюда, у меня не хватает дров. Нету их. Я, к сожалению, сейчас потеряю свой костер. Я не успею, наверное. Вот, длинную палку я сейчас принесу, но я, наверное, просру его, да? Пиявка. Какая пиявка, блядь? Не, успел. Пиявка. Посмотреть себя. Рука чистая. Вторая рука. Нога. Ах ты, сучка, драная. А как ее убрать-то? А, вот. Нахер. Охренеть! Другая нога. Ладно, я в порядке. Все, готово. Чистенький. Так,
в целом 6:30 — это время, когда можно просыпаться и уже делать какие-то дела, понимаешь? Но это все еще темно. Значит, возьмем вот это, помоемся обязательно. Помыться с утра. Нужно быть чистым. Это важно. Гигиена. Что мы можем сделать? Значит, что я хочу? Мне нужны деревья маленькие. Что это за хрень? Не знаю. Мне нужны маленькие деревья. Я хочу поддержать свой костер на данный момент, чтобы он сутки еще горел. Я буду его максимально по возможности держать. Там только что... Seriously? Сломал? Сломал топор, что ли, блядь? Походу, он не вечен. Палок нет. А что есть? А как же мне его? А, ну мне придется из ножа делать, да, походу? Давай, ладно. Еще один нож сделаем себе. Изготовить. Да, походу придется каменным ножом. Или вот этим вот костяным работать. Чтобы сделать сейчас себе палку, добыть палок, придется работать вот этим ножиком. Че это такое? Пхусхотория. О, это та самая трава, которую нужно добавить вот сюда. Малый огонь. А, еще огонь нужно развести. Ну, понятно. Так, нужно развести огонь. То бишь, нам 100% придется набирать себе дрова. Давай, наберем дрова и попробуем сделать этот напиток, который вернет нам память. Длинная палка. Не интересно. Нужна ее половинка. Раз, два. Еще палки есть? Да, вот они лежат. Это тоже длинная палка, кстати. Обычная палка. Давай. Давай, ломай. Угу. Палка. Палка, отлично. Пошли поддержим свой костер, вот этот вот. В нормальном состоянии, потому что ему уже, короче, хреново, я вижу. Нет. Раз. Два. Три. Одну палку кладем вот сюда. Ищем камень. Еще один каменный топор себе делаем. И оставшуюся палочку кидаем. Все, каменный топор. На какую кнопку он был? На первую, на двойку, на тройку, на четверку? На четверку. Так, полностью светло у нас получается в 8 утра. Ясно. Полностью светло в 8 часов утра. Запомнили? Полностью светает. Тихо. Так, подожди, аккуратно. Угу. Палка. Опа. Попугай, тушка. Класс. Тушка попугая. Сейчас нужно будет смотреть за своим состоянием. Потому что я наверняка голоден, хочу пить. Есть. Бревно, пацаны. Готово. Доски. Все ломаем. Палка. Все длинные палки разламываем. На маленькие. Давай. Очень много, кстати, на колупецл. Дай. Смотри, как он дохера прям сделал. Угу. Короткая палка. Всегда должен быть. Блять, опять сломал топор. Слушай, ненадолго его хватает. Топора хватает ненадолго. Камень? Где камень? Вот он. Топор. Нормально. Вернемся. Короткие палки. Короткие палки. Давай. Все собираем. Угу. Дождь пойдет сейчас, дождь. Как бы нам дождевую воду собрать? М? Так, вот здесь вот нужно костер построить. Н. А, костер, малый костер. Сюда его. Так, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Есть. Готово. Все. Малый огонь. Нужно развести его сначала, да, по всей видимости? Палка, палка,
Короткая палка. Еще короткий палок. Куча коротких палок. Что за цветок? Неизвестный. Понятно, придется все пробовать. Дождь идет. Так, у нас здесь вот с этим костром проблема. Поддержим его. Это первое. Второе. Попугай расширить добыть. Давай мясо с ним снимем. Лягушка. Расширить добыть. Так, еда. Вот. Мясо жабы сырое, мясо попугая сырое. Я просто его выкинул. Нет, взять. Мясо. Мясо попугая. Сюда. Мясо жабы сюда. Дождь идет. Лямблия приготовленная. Съедим? Плюс паразит. Класс. Грязные руки, потому что у меня. Сука. Иди мой руки. Помыться. После всех работ, короче, проведенных на пастбище, ну, грубо говоря, пока ты добываешь там дерево или еще что-то, нужно мыть руки. Это обязательно. Сейчас это вообще актуально, понимаешь, при коронавирусе. Съесть. Минус один паразит. Отлично. Банан съедим. Углеводы. Еще банан. Углеводы — это энергия. По большому счету, да? Хорошо. Мясо жабы. Я хочу, наверное, пить, да? У меня наверняка, да, у меня 100% водный баланс. Время сколько? 10 часов утра, отлично. Я смогу, я думаю, знаешь, что я думаю? Пить. Я понял. Мясо попугая взять. Мясо жабы взять. Значит, мясо попугая съесть. 12 протеина. А это? 14 протеина. Жабу тоже можно есть. Отлично. Палками подтопим здесь огонь. Хорошо. Пойдем в самое начало сходим. В самом начале, где мы... Где мы начали, была вода. Я думаю, она безопаснее, чем здесь это, блядь. Здесь, чем местная. Грибы. Перебарчики ходят, смотри. Большое дерево. Блядь. Лиана. О, это лиана, которая для приготовления нужна. Малая лиана. Здесь нечего взять. Вот еще одна. Нет места. У меня нет места. Все, у меня нет места. Бля, пиздец, они так орут. Вообще капец. Так стрёмно выглядит это. Так, быстро. Вернемся. На начало, так скажем, да? Краб. Как бы я хотел тебя поймать, чувак, но ты слишком... Не получается. Опа, поймал. Краб. Получилось. Здорово. Короткая палка, берем. Мне бы в начало вернуться. Я думаю, что я иду правильно, по крайней мере, по... Вот здесь я проходил, да. Вот здесь вот я оттуда пришел. Я в ту сторону иду. Тихо, 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 все хорошо. Нужно попить, я знаю. Нужно попить, я знаю. Вон водопад. Там, возможно, чистая вода. О! Пизда, чуть не разбился, прикинь. Я... Нужно выплывать нахуй отсюда. Быстрее при этом. Оп. Помоемся. Заодно помоемся в чистой водичке. Мне кажется, она чище. Мне кажется, она чище, чем та, которая рядом с нами, с нашим лагерем. Это очень хороший. Это очень хорошее место. А что если я прямо к водопаду подойду? Вот здесь вот. Акул-то нет здесь, надеюсь, никаких? Наверное, нет. Вот здесь вот. Небезопасное. Небезопасное, небезопасное. Все очень небезопасно. Опа, пчелы. Нахуй от них. Даже... Давай, ладно, пей. Выпито.
А что ты так заорал-то? У тебя ж нормально все. Нет, стой. Блять, придется кинуть, я понял. О, грибы. Неизвестные. Как раз таки известные, они лечат от паразитов. F. Еще пить. Давай. Пей. Disgusting. Disgusting, я знаю, да, не нравится тебе. Но в целом... Мы не заразились, у нас нету этого. Мы не хватаем этих паразитов. Oh. Все, водный баланс полностью, ладно. Паразитов нет, нам повезло. Да, как бы меня не сожрали сейчас. Давай назад. Все, сегодня задача какая? Развести костер и выпить эту айауаску. Сделать ее. Выпить я уж не знаю, как там получится. Получится или нет. Грибочки собираем, вот эти все. Камень добыть. Камней не так много, поэтому лучше, конечно, добывать вот это все. Собирать их, потому что я уже немножко потратился. Так, аккуратно. Я уже упал отсюда однажды. Угу. Вот если бы она еще не фризила, знаешь, вот было бы вообще все хорошо. Вот графончик, все пушка просто. Вот она фризит иногда просто почему-то. Странно, но фризит. Слышь, сучара, бля. Добыть. Ты че, сука? Я его, походу, убью, да, сейчас? Да, я его оглушил, да, получается, топором? Мясо трехпоясного броненосца. Ну, у нас есть мясо. Я просто абсолютно без угрызения совести убиваю подобную тему, потому что я голоден, я умираю. У меня особо-то ведь ничего нет, понимаешь, для того, чтобы жить. Опа, берем. И перья, и птичье гнездо, это обязательно. Эти вещи, это просто must have. У меня то ли паразиты, то ли что. У меня какой-то один... Жаба зеленая. Не трогать руками. Не трогать руками. Не трогать. Давай поднимемся здесь. Здесь теоретически должна быть чистая вода, кстати. Она же движущаяся. Слушай, а нет ли здесь каких-то... Так, веревка. Взять. Буду потихоньку собирать то, что вижу. Камень большой добыть. Я думаю, что у меня сейчас уже кончится место в рюкзаке. Я бы в лагерь к себе вернулся. Да побыстрее. Так. Хорошо. Костер. Ты как? Палку тебе держи, принес палку. Так, пошли рубить деревья. Как я себя чувствую? Ну, мне не хватает, конечно, макроэлементов моих, да? Но я в целом неплохо себя ощущаю, поэтому нам вот сюда использовать для этого. Давай быстро, где моя вот эта тема, расширить, использовать. И птичье гнездо сюда положим. Вот оно. Ага. Давай. Все получится, не переживай. И сюда его. Поджечь. Так, хорошо. Вставить. Айауаска. Вставляем, да? Все. Угу. То есть обряд будет, да? Какой-то? Получено достижение. Soul Wine. Hey. Мальчик. What are you doing here? Что ты здесь делаешь? Hey, wait! Стоп, что за... What the... Галюны. О, грибочки. Что это за тема? Бабоньки. Мне за ним, да, надо? Придурок. Что ты смеешься? Это я по галлюцинациям бегу, надо запоминать путь. Путь надо запомнить, куда он меня ведет. Это важно. ОТ. Жестко. Hey, kid. Эй, малыш, ты где? Where are you? Where?
Where are you? Where am I? Прикольно. Наверное. Да? Такая жесть. Не сюда? Наверное, да? Нет. А куда? А что вы хотите от меня? Капец. Бежать не могу, ничего не могу делать. Просто хожу туда-сюда. Where am I? Ну, это, конечно, здорово. А что вы хотите от меня? Я сломал игру. Снова. Бревно. Так. Ноги мои есть. Все хорошо. Пойдем дальше. Удерживайте Т, чтобы ответить. Т, малыш. Кид? Hello? Эй. Show yourself. Do you remember how we got here? Помнишь, как мы сюда попали? Нет. Мия, это ты? Мия? Is that you? Что это такое? Первый контакт всегда самый сложный. Они очень недоверчивы. Да, это эти? Я ничего не помню. Ты позвала меня, я бежал из палатки. И... Иначе быть не может. Цивилизация убивает их. А мы даже не осознаем этого. Они куда-то целятся. Я как? Возможно, было бы лучше, если бы я тогда умерла. Ты чё, дура? А, вот Мия. Потрогать. Это она приплыла к ним, смотри. Она приплыла к ним, они к ней целятся. В нее. Они увидели фонарь. Карта. О, карта. А, Village, получается. Village, как бы запомнить это теперь? R. R. Вот. Она вот здесь. Так, ладно, Village, читать. Мия. Это они ее так встретили, да, получается? Она им говорит, типа, тихо, тихо, я своя. Потрогать. Мия, Мия, я... Когда началась колонизация Америки, конкистадоры принесли на материк свои болезни. Многие племена были уничтожены, а оставшиеся ушли еще глубже в джунгли. Вождь Квинни долго рассказывал об уничтожении целых поколений его предков, которые гибли, пока не получили подарок от джунглей. Она им объясняет здесь, да, что-то? А я? Я наивно уверял их в наших добрых намерениях. Он все стоит там, слушает, да? Прикольно. Так, Мия. Просто позволь мне. Я был здесь, что ли? У меня ощущение, что я с ней был. Они доверились нам. Приняли нас как родных. Они даже поделились с нами своим секретом. Прикольно. Это женщина, да? Это обряд церемониальный. О, подожди, это деревня, в которой я сейчас нахожусь. Да? Это же она. Вот гамак. Вот этот костер, где сожгли рюкзак. А где Мия? Вот она сидит. Мия. Я просто хочу... Подарок взять. Это он ей к нему тянется, она его отдает. Взять подарок. Джейк,
Прошу, ты нужен мне. Come in, please. В смысле, это уже... I need you. Mia, wait, I'm here. Подожди, я иду. Куда иду? Мы возвращаемся в мир. Сколько света, боже. Глазки-то болят. Hello? Привет, Джейк. Я не могу Jake? Жить без тебя. Please. Чего ты, чего ты? I can't live without you. Где я? Is it really you? Мия, это правда ты? Что случилось? Ты в безопасности? Are you safe? Gracias, adios. Я? Я в безопасности. I'm safe. Расскажи, что Trust с тобой me. Произошло. Я чуть Tell с ума не сошла, пытаясь связаться с тобой. I was losing it, trying to contact you. I was hoping you could tell me that. Я надеялся, что you ты мне скажешь. In the middle of the night, ты позвала меня среди ночи, я выбежал, стал тебя искать, и помню, тут убежал и упал. Да-да-да, вот у нас... Falling? And falling. Стоп, ты упал? Wait. Плохо, если так. Успокойся, You're дыши. Help? Ты знаешь, где находишься? Okay. Take it easy. Я в деревне. Breathe. Breathe. Do you know where you are? Я в деревне. I... Я понятия не имею. I have no idea. Can you give me some clue Можешь сказать, где ты находишься? Поищи какие-нибудь ориентиры. Я около деревни. Я нашел карту деревни племени. Oh, the village. Recently I found a tribal village. Правда, It's deserted though. Not sure why. Да-да-да. Is it a Это large, большая круглая brown деревня? Village? Да. Да-да-да. No, rather small. Just a Деревенька few huts. В нескольких хижин. Ну да. Если это не главная деревня, то она может быть где угодно. Нам так и не удалось найти все становища. Таких много, да? Ну, должен же быть другой способ. Я нашел карту. Она наполовину сожжена, но на ней помечено место Лямбда-2. Я не знаю, что это. А ты? Not sure what it is. Do you? Нет, не думаю. Ты можешь добраться туда? Ну да, должен. Попробую. I'm trying. Оставил меня. Left me. Mia, come again? Я ничего не You're слышу, ты up. Пропадаешь. Without... Без надежды. Oh, Эй, ты чё Mia? Там? Mia, алё. Oh, fuck. Battery's dead. Батарея сдохла. Дождаться окончания зарядки батареи радио. Дождаться окончания батареи? Теда. Готовиться. Три. Четыре. Новая запись. Давай посмотрим, что. Осмотреть, изготовить, найти помощь, осмотреть точку лямбда, дождаться окончания заряда батареи радио. Ясно. Так. Обрезки лианы, растущие на самых толстых деревьях. А, это я уже сделал. Шаг 2, собрать. Я уже сделал это. Шаг 3. Листья красные. Да-да-да. Открыть новый диалог. Мия, Hello? Ты там? Мия, Мия. Мия? You there? Боже мой. Я тут чувствую, что мания сошла. Ты вдруг замолчал. Что случилось? Батарея сдохла. Просто зарядите ее, и у нас мало времени. Скажи мне, где are. Ты, я найду тебя. Find you somehow. Я уже сказала, я в безопасности. Лучше все мне расскажи. Let's я всегда готова you, поговорить okay? с тобой. Report everything. Я не I'll понимаю. Be here ты for меня you, звала на помощь. Прикалываешься? Хорошо. Ты в нашей палатке? Does that mean you're in our tent? Я же сказал, я в безопасности. Safe. Не трать зря you. Батарею. Я буду Don't там, где я тебе понадоблюсь. I'll be wherever you need me. Okay. Понял тебя. Will do. Конец связи. Over and out. Ладно. Господа, я, пожалуй, все, да? Слушай, мы обосновали. Сколько время? Я полон сил. Полон сил абсолютно точно. 6:30 утра. А где мне сохраниться? А, вот, сохранить игру. Отлично, история, джунгли зовут? Да, все, сейф есть. Сейф есть, господа, можно и поесть. Я, пожалуй, прервусь. Это хороший, я думаю, прогресс. Я не умер, как минимум. Как максимум мы выяснили, что у Мии-то все нормально. И что она нас звала, пока неизвестно. Мне нравится, мне очень нравится. Я чувствую себя просто пока здесь маленьким ребенком по сравнению. Ну, как бы в этом мире чувствую себя ребенком беззащитным и беспомощным, да. Но в принципе мы сумели с вами соорудить вот такую простую конструкцию. И костер, который был здесь, но уже, наверное, погас. Зола, вот она, да. Зола у нас от костра осталась. Деревянный уголь.
Уголь, в принципе, это антигистаминное, антисептическое средство. Если что, можно будет его погрызть, и, наверное, можно будет как-то излечиться. Так, я думаю, что я буду продолжать, и сюжет-то мы все-таки пройдем, да? Спасибо, что были со мной. Green Hell, зеленый ад. Всем пока.